всем привет. Вот в России, в Москве, два подростка попали в больницу и с алкогольным отравлением. Девочка и мальчик 15 лет, ну если их можно называть девочка и мальчик, решили раздушить на двоих бутылку коньяка. Теперь они в реанимации, в тяжелом состоянии. А вот этот хрен в тапочках кремлевский, трот ботоксный, бункерный, нам рассказывает, что воздушные корабли бороздят просторы Вселенной. Если в России детский алкоголизм бушует вовсю, вот вы бы хотели плюнуть этому Путину в рожу? Я лично да. А вы?